убийца. I'll be back, человечки, и поэтому сейчас мы будем играть в Робокоп 3 на Сеге. Наверное, лучше всего, конечно же, чтобы мент проиграл в эту игру, но проиграю я. Киборг-убийца, да. Опять таки заходим в опции. Мы выбираем что там рандоме. От 1 до 3, короче. Я не знаю, что будет. Один, вот, зашибись. Одна жизнька. Контов сколько? Один клон, то есть ноль. Сложность. Опять какая-то хрень. Почему сложность? Ха. Понимаю. Может мы сразу в Морской бой начать играть? А? Как вы думаете? Даже начинать не хочу. Смертельная ошибка, может быть. Если сейчас проиграю, то все. Яжиска. Вот и все. Повезло пока. Да блин, давай. Есть блиндомет, а есть блиндова. Блин, чуть-чуть ранит, ну ладно. Ну сейчас вообще надо аккуратно. Ах ты ж гад. Тихо. Летающая. Да я ж за тебя, ты чё? Дрон, ты чё? Я ж за тебя. Нет, ты бошки не дошел, нет. О, тут даже. Ладно. Посмотрим, сможет ли киборг убийца дойти. Да, чуваки, слишком эмоциональный киборг убийца, но я. Я бы сейчас научился некоторым человеческим эмоциям, поэтому там будет удивляться, что я так не делал. Не свойственно киборг-убийце так, как бы, реагировать, но все-таки можно тогда все это отключать. Мы будем играть просто в морской бой, как обычно, в случае проигрыша, потому что 4 минуты это очень мало, очень мало. Вообще мелочь. Мелочная мелочь. Мы заходим в морской бой. И херачим. Так. Лаги, баги. Бой. Во, отмена, 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 отмена. Что я делаю? Какого? Случайно? Настройки. Бронированные машины, все. Вот теперь приглашаем. Внимательно смотрим, если они отменят, надо их в черный список добавлять. Ну? Где? Кто? Ага. Где кто?
Ну, неужели? Все тут уже на палубе могут быть. О, блин, если... О-о-о! Если сейчас стоит, я на палубной. Буду, то мы... Все. В принципе, я готов. Кто двое на воде? Так, это трехпалубный, четырехпалубный. Ну, носок, нес вперед, продвинулся, но, в принципе, план пока.